Старый балкон рухнул на припаркованные под окнами дома иномарки. Владельцы сразу 4 автомобилей собираются взыскать с местной управляющей компании деньги на ремонт машин. Эти кадры сделали владельцы авто. Все случилось на Комсомольском проспекте. Из-за ветра лоджия упала на 4 автомобиля. Кстати, во время ЧП водитель Kia находился в салоне машины и едва не получил травмы. Сейчас владельцы иномарок подсчитывают ущерб и собираются обратиться за помощью в суд.